Эффективная деятельность по обеспечению информационной безопасности. Эту тему Александр Лукашенко сегодня вынес на обсуждение Совбеза. Речь, в частности, шла о концепции информбезопасности страны. Документ с учетом особенностей непростых тенденций современности разрабатывался по поручению президента. Над ним работали ученые, специалисты в конкретных сферах и госслужащие. Александр Лукашенко отметил, сегодня информационная сфера приобретает ключевое значение для любого государства и каждого человека. Поэтому так необходимо более внимательно подходить к защите главных конституционных основ общества, прежде всего связанных с государственным суверенитетом. Требуется проработать вопрос системного контроля за распространением незаконной информации. Пока это делается от случая к случаю. Еще раз хочу подчеркнуть, дело не в том, чтобы кому-то ограничить свободу мнений. Это не со мной. Должен быть порядок, естественно, все должно быть законно. Законы у нас супердемократичные, должен быть порядок, но никто никому не должен завязывать рот. Да это и невозможно. И не только потому, что у нас интернет появился. Изменилось общество, планета изменилась. Поэтому заниматься пустотой не надо, типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если оно выдумано, надумано, если это связано с каким-то мнением, новость фейковая, выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит. Президент также призвал к активным действиям каждого на своем участке ответственности, подчеркнув, что большая часть недоработок по тем или иным направлениям – результат лени, бездействия и отсутствия дисциплины.